Всех приветствую на канале «Да для всей семьи». Предлагаю приготовить простой, но в то же время красивый салат «Красный квадрат». Для приготовления этого салатика потребуется 2 плавленых сырка, 3 помидорки, отварная курица, грибы, майонез, немного зелени, соли, специи. У меня в рецепте используются лесные грибы, это маслята. Я их нарезаю на небольшие кусочки. Они и так мелкие, подрезаю те, которые большие маслятки, еще на мелкие кусочки. Грибы нужно обжарить немного на сковороде, на растительном масле. Грибы у меня уже отварные, поэтому достаточно всего 2-3 минут для того, чтобы их зажарить. Курица у меня отварная, здесь куриный окорочок. Я мясо снимаю с косточек и слегка нарываю ножом. Таким образом. Либо руками можно порвать волокна курицы. Мясо готово, убираю в отдельную чашку. Помидорки я порежу на небольшие кубики. Помидоры сочные, поэтому сок слегка отожму. То есть на досточке я их слегка отжала, и осталась у меня только вот мясистая часть помидорок. Я буду использовать форму для запекания в виде квадрата. Я ее закрепила скотчем на тарелке. Первый слой будет у нас курица. Я ее присыпаю солью и немного специями. Дальше выкладываю грибы. Грибы остывшие должны быть, не горячие. Делаю небольшой надрез на майонезном мешочке и поливаю майонезом. Дальше идет слой плавленного сыра. Все натираю и распределяю сырную шубку по всему периметру формы. Снова добавляю майонез. И последний слой – это помидорки. Как я уже сказала, желательно сок помидоров оставить на досточке разделочной. Присаливаю помидоры и также добавляю специи. Салат, в принципе, готов. Осталось теперь аккуратно снять форму. Отлепляю скотч и поднимаю форму с блюда. Края блюда присыпаю укропом. Вот такой простой и в то же время красивый салат готов. Если вам понравился мой рецепт, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока!